сейчас быренько сяду. Чего не едет? Так. Да едешь, это медведь, ты чё? Главное, не перевернись. Да, там... А несы, у меня есть права. Оп, оп, погнали, погнали. Которые... Угла не хватает. Которые надо ещё получить, да? Да, нормально, мне просто 17, поэтому не дают. Да, блин, угла почему-то не хватает, пацаны. Да, нормально. Дави говно. Бля, чё не едет? Чё не едет? Ты чё на отвесную скалу пытаешь заехать? Да ёп. Десяткам заехал, я О, вот это в тему. Опа. Ромка, а. Помнишь? Форсаж, да, я помню. Давай, 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 погнали, погнали, погнали. Ставлю полто, что я на него запрыгнул. Хорошо, вызов принял. О. Ты ставишь весь свой инвентарь. Пошёл. Чё, слабо? Это инвентарь жалко. Значит, слабо. Не, просто бывает форс-мажорные ситуации. Ёб твою мать. Как вот этот кустик. Почти. Попытка первая не удалась. Вот это расхерачит цистерну сзади. Пацаны, вертолет врезался в баллон с пропаном, и ему норм. Это баллон с пропаном. Да ты влезешь, давай, залезай, едь. Ты влезешь. Что ты, протупил? Я же сказал, что ты влезешь. Да нихуя не влезу. Меня поезд толкает, блядь. Тупой поезд для дебилов. Блядь, Рома, влезешь, влезешь, влезли, пиздец. Я вывалился. Нет. Быстро. Рома, садись за пулемет. Ну ты же влез. Да. О, сейчас запрыгнешь, давай. Ну, практически. Так выпал. Да это же не может сесть. Оба. Блять. Че вытолкнул меня, сука. А нахрен нам тут? Стой, 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 стой. Блять, я внизу. Сейчас. Сейчас, подожди, я сейчас приеду. Туннель едет. Туннель едь. А в другую сторону. О, прыгай в салон. Сука. Ёбаный ты, блядь. Да, в кузов, в кузов, в кузов. Фетишист, сука. Садись дай. За руль. Блядь. Дай, дай, дай. Похуй. Дай, дай, дай руль. А, сейчас залезем в поезд, погнали. Глеб, ну-ка, давай-ка. Немножко интересно. Херачим. Мне какая-то песня еще играет. Выключи песню. А как? А? Сейчас играет радио раз. Это обычно. Вруби, короче, радио West Coast Classic. Не включай, оно мне уже задостало. Ой. Нет, раз оно его достало, то ёб. Как он примерно выглядит? А, до самой последней станции перед тем, как выключить. А, все, вижу. О. Хорошо, что я её не слышу. Пусть прямо налево едет, прямо налево. Ого. Пусть прямо. О, Леди Гага, пацаны, Леди Гага играет. Где? Боже. Леди Гага играет. Куда ехать, блядь? Вот сюда ехать. Ромка, ты лучше вруби, ты лучше услышишь, это Леди Гага играет. Ёбать! И оно. Вот видишь, что тут пригорочек, который спереди, да, вот там. Пропустил свой шанс. Поверь, этот, блядь, не пропусти. Твою мать! Ромка вылетел. Ты как на дерево залетел, блядь? Я Карлос. Нормально. Мы немножко не долетел. Давайте еще раз. А что ты практически смог? Давай. Я просто
не ожидал. Ну, просто это, Ром, ты поближе, короче, держись, поезд. Да, я поезд сейчас. Иди, пока он выстрелит. Давай, Ром. Ну-ка, подвинься. Вот пушкой поезд поскребли. Ну-ка, дай-ка я сейчас попробую, короче. Давай, 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 давай. Я просто понял, как это работает, короче. Ты пулемет делаешь в противоположную сторону, в которую хочешь прыгнуть. Да, да, да. Я скажу, куда, давай. Прям в притирочку, давай. Следующий. Белки летяги. Давай, Рома, ты сейчас чисто вперед пялься, короче, да. Так, давай, попёр. Вот этот. Ай, красавец. Давай, следующий. Я следующий, давай. Знаешь, нелегалы чисто. Зайцами, зайцами, давай. А теперь подбери нас, Ром. Не, подожди, я прыгаю. Давай, вот до этого был форсаж, а сейчас миссия невыполнима. Блин. Я тоже хочу залезть, подожди. Сейчас, погодь, у меня игра свернулась. Да, блин, что такое неподходящий момент, да? Да все нормально. Далеко полетит, прямо налево. А-а-а. Блин, у меня GTA-шка свернулась. Вот капец. Прямо. Капстос. Блять, вас сейчас конфискуют это транспортное средство. Не в тему. Ты там поближе ко мне держись, чтобы я не конфисковали. Да GTA, блин, не разворачивайся, что за... Ёб твою мать, вовремя! О, слышишь? Слышишь, водоплавающий туда пошел, блядь. Водолаз. Пацаны, давайте сейчас ко мне, короче, на Эклипс, да? В говностоке веселиться, блядь. Чё, пидор? Так, пацаны, я у вас сессии поздравляю. У вас как, мужики? Или на диглах? Подожди, вот смотри, я сейчас... Поезд! В жопу поезд, у нас дуэль. Поезд, поезд, поезд. Я люблю поезда, погнали. Пизду тебя. Все, я на поезде. Я на поезде тоже. Делайте дуэль на поезде. Да тут идет только честь, только свободного года. Идет он за вами. Файтинг устроим. Где ты? Все, вообще там куда едете? Да хуй его знает. Сюда иди, давай. Файт! Туда-да. Прими музыку из Mortal Kombat. Дан, 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 нет. Эй, сюда иди. Чё ты стреляешь как баба? Сюда иди. Так, водите, я вспоминаю музыку. Да чё ты там... Это сука, в меня стреляет. Короче, я буду изображать музыку, из миссии не выполняю. Ты точно веришь, что не хочешь на ножах? Давай, давай на ножах, хорошо. Хорошо, на ножах. Нет, надо кочках. Рестлинг! Таран-тан-тан-таран-тан-тан-тар. Эй, блядь, ножи! Хати, блядь. Чё, сбитый тебя сдобал? Да он меня с ножа зарезал. Сдохни. Ебать, у тебя пердак красивый. В жизни, конечно, так не скажешь, но пердак красивый. Только знаешь, чем весь прикол Ми-35? У него второй пилот вообще никакой роли не выполняет. Он просто сидит, он даже стрелять не может. А вот я. Просто знаешь, второй пилот овощ. Пошел вон отсюда. В смысле, я тебя спас. Смысле, а я сейчас ничего не сделал. Да? А че из поезда вылетел? У меня есть видео доказательство. Рома обиделся. А ты я что-то снял? Я заснял. Ёп. Давай. Да. Так, ну все, пацаны, или что? Мы тут поезд штурмуем. Меня спасаем. Лево руля. Право руля. Блять, перелёт, сука. Ты понял, да что хотел?
боком залететь. Няу. Дай, блядь, не то. Ты пидор. Дочку свою стрелять будешь, понял? А зачем? Да просто. Пацаны, я сейчас лечу на Ми 35 и слушаю по радио Snoop Dogg. Типичный пилот М25. Ми 35 вообще-то. В жопу. Или Ми-25. Да что не взлетит? Пацаны, еще будет поход спасательный пилот. Знаете, что у меня ракета самонаводящаяся? Ой, тебе, блядь! Это было близко. Я винта так наложусь, прикол. На вас не могу вообще никак. Сука, сдохни! Нахрен ты ему сказал эту хрень привезти? Да погнали! О, пацаны, вертолет. Я его сбил. Ром, у тебя машина уже... Это ролильная версия, Ром. Так, нам нужен мусоровоз. О, отлично, Ромка нашел мусоровоз. Здесь без звездочек? Нет, без звездочек. Отлично. Давай. Просто оп! Ой, у меня парашют! Ромка, шину не стирай. Давай, забирай его. Назад, 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 назад. И сирены выруби на букву Е. Так, не сбей. Да, сейчас я бегу. А если зажмешь Е, то у тебя будет сигнал просто. Вот. Здравствуйте, господа. Че ты, блядь? Слушай, чувак, он тебе звездочку даст, если долго у него будешь пялиться. Вообще такой ебать, че ты ей, блядь? Че ты сказал, Дэлм? Ой, бать, ловил. Оп, оп, мацуй, мацуй, мацуй. Да, блядь. Просто положил. Садись! Ой! Ой! Давай, быра, быра, быра! Херачили ментов и уехали! Да, херачили! Ты видел, как он вернулся? Да еще и спочку тебе дал! Мухаммед Али, сука! О, машина! Мухаммед Али! Ну, увернулся, въебал, блядь! Тарай! Ну не камень же таранить. Идем у них машину отожмем. Такие двери отвалили. Давайте вручную, вручную, ребят. Не больше на кулаках. Ой. Там дробовик, ребят. Нас троих положил дробовик. Все, стой на месте. Что ты делаешь? Ты сейчас пощечину хочу. Ты что делаешь, а? Ну все, ты нарвался. Тебя найдут, Ты попал, пацанчик, тебя найдут. Я себя прям ингуши чувствую, ты посреди дня людей бегаешь. А я себя чувствую Нео. Почему? Просто я себя так чувствую. Забери меня, я подхожу сейчас. Забери меня с собой. А чего машину что-нибудь? Еще какую? Суров отжали. Ай, как скучно, пошел дорогу искать. Да и зетер сраный. Я даже не понял, решил промолчать. Че, никто не играл DZ? А, ты зетер, просто не слышал. Я сам не расслышал. Все, пацаны, я нашел аппарат вообще, вот просто вот. О, подожди, дай машину, быстро, вот дай машину, пипец. Пожалуйста. Не топи, чувак. Не, хорошо, я не буду топить.
А где я, блядь? Сейчас, подожди. Стойте там, пожалуйста. Выйди. Рот. Взял мне в щи, отломил. Давай, садись. Да не назад. Ты что, топить, что ли, собрался? Да не топи. Там есть небольшой... Ты можешь топить, я все равно в машину зашел. Вот тут трамплинчик есть. А, ну Гота, на тот берег переберись, Ромка. А, понял тебя. Муха метали, блин. Хотя подожди. Ну давай, она спокойно дает, это же десятка с вами. Десятка? Точнее, это Ford Crown, ну, блин, пусть будет десятка. Это американская десятка, короче. Crown Victoria, не Ford Crown. А, ну, ты ладно, хуйню снес. Это Ford Crown вообще-то. Это Crown Victoria. Или Ford Crown Victoria, он как называется. Короче, как-то так. Так, это что, блядь, за хуйня? Хера себе. Чего себе, блядь? Че, утопить машину? Нет, я успел выйти оттуда. Помоги мне, Рома. Помогите детям в Донбассе. А ты из Донбасса? Да. Конечно, сижу в окопе сейчас. В каташку ебошу. Каташку ебошу. Блять, извини. Что? А, вот все. Да ебаный ты, Питер, конечно, все, сука. Бабе за руль нельзя, да? Да, естественно. Ёбаный ты овцебуй, блядь. Овцебуй. Овцебык. Эй, не Эй, аккуратно. Нам шину пробил. Ты пидорас, блядь. Это чё за разборка бандитская? Ты чё, блядь, у меня больше часть семьи чечены, блядь. Боры, мой дом родной, блядь. Что это больше части чечены? Перестрелку грах у меня в крови, понял, блядь. Ах ты пидорас. Глеб, забери меня, пожалуйста. Война, значит, война, сука. Где ты, блядь? Быстро! Он меня убьет! Он меня убьет! Горный спецназ 228, блядь. Давайте, конечно, все садитесь, пойдемте. Че вы как друг друга убили? Ты че там хромаешь, блядь, ублюдок? Давайте ко мне переплывайте уже. Или слышишь, блядь, ты как патроны поглощаешь, блядь, что за хуя? Я тебе говорю, ты меня в горах не перестреляешь, пидор. Ну как эти горы называются, по-твоему? Это как его? Эльбрус. 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 Эй, Брус. Эй, Брус. Все, подожди, стой, тормози. Подожди, стой. А, нет, это Глеб. Я мне ничего не уносит, блядь. Тебя чечение. Ты опять меня стрелять хочешь, а, сука? Тебе уносит чечение. Чечение. Ебать, он решил, блядь. Давай, Глеб, поехали. Сука. Тебя унесло чечением, Ром. Чеченец меня унес. Все, не стреляйте, не стреляйте. Ты ебаная мазила, сука. Эй, бля, куда ты давишь, сука? Ты ж умер. Вот ты, блядь, умер, как мудак, я тебя отвечаю. Сука. И куда ты отступил? А я. Она в воду улетела, блядь. Сука. Ладно, все, объявляй перемирие, блядь. Живут, блядь. Минское перемирие, да. Эй, Брюсовская. Эй, Брюсовская. Да не Эй, Брюс, а Эй, Брюс. Эй, Брюс. Эй, Брюс. Так, пошел вон, пидор. Пацаны, мусорам, еще у них отвалим тачку, короче. Нормально, нормально. Погнали. Нет, давайте засаду устроим. Какую засаду? Пацаны. Чеченской горы, блядь. Это суфик. Чё? О, суфик. В стиле чеченских гор и низких приор.
тихо, мужик. На, я вас прикладываю, пацаны, давайте. Бежи, бежи, бежи. Один машину нажал, ты такая толпа, подойдите, не садитесь ко мне, сейчас Лестеру позвоню. Оп-оп-оп, да он уже другой джип отжал. Вы пока звездочки не набирайте, слышите? Давай, к тебе. Все, понизи уровень розыгрыша. Так, сука, какая-то из вас тварь дошла остановку, да? Твои бани. Серега, едет! Серега, двигай! Вали его. Я нашел! Возле аэропорта, блядь, я перевернулся. Ты думаешь, я не знаю, что ли? Серега, двигай! Серега! О, хороший Серега. Серега двинул коней. Он мертвый, неплохой. Я титан нашел. Давненько что-то не станет. Машину нельзя, что? Вот ты пидор, блядь. Ой, ты пидор, Ромка. Я изучаю достопримечательности этого города. Я теперь... Я из-за ром... Помоги мне вытащить машину, Глеб. Как? Я застрял. И что я должен сделать? Пихни меня! Как? Потом... Пару лет дальше. Не, вот солнышко бы реально пихнул. Вот солнышко бы я в игре пихнул. И не только в игре. Наверное. Да пихни ты меня, блядь. Просто-напросто приедьте в метро и выпихни меня. Хотя, может, в метро впихнуть, конечно, блядь. Но... Сейчас на трамвайчик просто проедет и тебя выпихнет. Да нет, я не могу сам в трамвай заехать. Сам в трамвай? Помоги мне зайти в трамвай. Сам впихни, что ли? Сам впихни. О, вот, ты рядом со мной. Блять. Я дал дубу. Невозможно было меня пихнуть, потом дать дубу. Нет, я на Титане, потому что продаю его здание. Сейчас бегу. Может быть, если тебя с толкача заведет. Как тебе лучше задом или передом повернуться? Что ты делаешь? Сосал в пик. А, не-не-не-не, я задним приводом войду, потому что у меня задний. А это заднеприводный еще. Да, это хреново. Видишь, это хреново. О, посмотри, эти... Сейчас я запустил. Ты меня сломал! Подожди, девушка. Просто иди. О, а, меня не выпускают. О, выходи еще. В смысле, заглохло? Смотри, она раньше не делала, ты сказал. Давай, давай. Еще, 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 еще. Еще, давай. Ебать, ты меня толкнул. Просто иди. Мастер пришел, я помню, что Давай так, ты прям в мой перед встаёшь? Да ещё! 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 Блядь, я не дотягиваюсь, не хватает. Вот замучил, короче. Вам это понравится. Погоди, Карл. Сейчас, подожди, сейчас. Давай так, расчёт три. Раз, два, три. Пошёл. На машину смотрим, это вообще будет фигня. О, понял. Деби. Я тебя ненавижу. Туш. Татуша, мы же пионерский пацан. У меня даже геймпад отключился, пидоры. Так ты видишь, как я запарился, ты как забит. Ты пидор, вот такого пидора еще поискать надо. Ты тачку за 8 тысяч можешь в магазин купить. А, можно? Ладно, тогда ты не пидор.
Ладно, это не хейт, это не пидор. И 3 дня тут парились, короче. И прилетел спасательный вертолет. О, пожарная. Да я пожарная. Я еще и тебя отомстил. О, открыта новая татуировка, чистый свиток. Спасибо. Ай, пердак горит, пацаны, потушите меня. Тушите, тушите. Ай, вы меня струя избили. Ой, я тоже хочу под струю. Давай, давай. Потуши мой пукан, Ромка. Потуши его. Потуши его, Саш. Посмотри. О, давай я на него прям лягу. Че за хуйня? Он меня поливает. Я прям... Сейчас, короче, пол Барбароза. Чё за херня? Чё у тебя за струя? Вот джип не тянет. Смотри, джип сносит. Он тупо не тянет. Эта тачка Симону нужна, ты сейчас спокойно можешь заработать, чувак. Задница. Скройся, это не то, где ничего. Классно. Так, вы. Я с вами сейчас разговариваю. А чё, много ты слышишь? Ну, 10-15. Это все он. Ты вообще ментов поливай, а не меня. Они же с меня пристрелили. Машина убийца, хлещи бронировали курумы. Хлещи бронированные коровы? Что, блядь? Хлещи бронированные курумы. Блять, мне послышалось корова, думаю, при чем тут корова бедная? Какая же бедная. О, пацаны, еще тачку мусоров отработаю, походу. Что, не проедете? Вы что меня сбили, мусора? Постой, мой спаситель, скрывайся от мусоров. Молодец! Хорош, да? Хорош! Он мне же не готовил. Он меня здесь нашел. Он и не перелетел, блядь. Посмотрите, я. Я пролезу, я пролез. Не-не-не, хрен тебе. Скажешь, когда у тебя ХП заканчивается будет? Тачка нашел. Прикрой меня от струи. Бля, чёрт. Мусора. Я придумал, точнее, вот просто гениальная месть. О, а вот что я сейчас придумал? Подожди, подожди. А, гении мыслят одинаково. Сука, меня спросит. Цепляй его. Да не Рома ХП. Блять, не то. Да, Питер. Сука. Если он чем-то тут не может, то не пора. Струя, что ли, сбивает? Сюда иди!
Я ж потушил. Да ты запалился, тварь. Че ты ментовский верт, сука? Такой эпик, две вертолета такие. Ну капец, Танька вообще сной. Да ты заебался струей, сука. Да ладно, как не цепанул? Сюда иди. Да ладно. Двигатель казал. Прикол, твой вертолет только что выдержал бомбу липучку. Ничего не сдал. Хуй вам, ножил. Да как не зацепил, сука? Стоять! Да ладно, опять сдох. Хуй ты! Ну ладно. Преследую, подозреваю. Ты нахер это сделал, ёбаный ты дебил! Ты прям сейчас можешь пожарных позвать и у них отработать это. Точно.